Во вторник, ко Дню памяти и примирения, а также в среду, в честь 73-й годовщины Победы, в городе планируются торжественные мероприятия. 8 мая с утра состоится возложение цветов к памятнику неизвестному матросу, также планируется проведение межконфессиональной молитвы. В городских храмах отслужат панихиды по жертвам войны и молебны за мир в стране. 9 мая также запланировано возложение цветов и музыкальные программы. 9 травня традиційно відбудуться урочисті церемонії покладання вінків та квітів до пам'ятника невідомому матросу та на траверсі пам'ятника невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військової морської бази Військово-морських сил Збройних сил України. 9 травня для ветеранів війни в районах міста прийдуть фронтові привали та концертні програми. Также горожанам напомнили, что использование георгиевских лент, коммунистических лозунгов, советских флагов и прочей запрещенной символики карается законом. За подобное нарушение грозит ограничение либо лишение свободы сроком до 5 лет.